Железногорске разбираются в сложной коммунальной ситуации. Несколько месяцев назад там появилась информация о резком росте тарифов на тепло. Связано это с тем, что закрытый город ввел новый теплоисточник – угольную ТЭЦ. Сегодня власти города, сотрудники ресурсоснабжающих организаций и коммунальщики устроили настоящий разговор по душам. Массовую консультацию, куда пригласили людей и разбирались с платежкой каждого. Людям рассказывали, что тарифы на тепло действительно изменились. Эксплуатация угольной ТЭЦ обходится дороже. Однако в квитанциях по квартплате суммы прежние. Оплату новых тарифов, которые превышают предельный индекс чуть более 11%, бюджет края компенсирует. Диалог строился примерно так. Просто увеличили и все в три раза. Платила 1700, принесли 3470. А вы разобрались, поняли как? Я не стала с этим. Краевой бюджет выделяет средства. Порядка 50 миллионов рублей выделено на начало года. Мы ожидаем дополнительного выделения финансирования средств краевого бюджета на компенсацию тех затрат, которые возникают в связи с изменением тарифов. Поэтому стоимость, ту, которую платит человек, она четко очень сегодня отслеживается на уровне России, всеми надзорными органами контролируется, она не должна превышать, этот рост не должен превышать 11,4% в крае. Это решение губернатором принято.